Дверь должна быть открыта. Великий Эмпат ждет. Фейт, милая, пожалуйста, заставь их остановиться. Все, что нам нужно, это ключ. Вестники солгали вам. Великого Эмпата не существует. Моя дочь не ваша спасительница. Она всего лишь ребенок. Нет, мать, боюсь, это вас обманули. Тот, кто богохульствует над благословенной, не должен пребывать в ее присутствии. Убейте богохульницу и убейте всех остальных. Стойте! Она права! Я видела, что происходит в конце всего этого. Если есть дверь, по ту сторону нас ждет ничего, кроме страданий. Мама? Я думаю, тебе лучше уходить прямо сейчас. Великий Эмпат зовет нас! Верни меня назад! Криста! Орсон пытался ударить меня, поэтому мне пришлось запереть его там. Астрид, нет! Орсон? Прими нашу ненависть, мама! Возьми это и съешь! Как до этого дошло? Что пошло не так? Возможно, все началось с тебя. И я имею в виду вот что. Все это дерьмо? От мамы, от папы, от города. Возможно, это не остановить. И оно распространяется на людей, которые нам дороги. Но, возможно, нам предстоит решить, насколько широко это распространяется. Что ты собралась делать? Что я должна? Посмотрим правде в глаза. Мир станет лучше без меня. Итак, я наконец-то поступлю правильно. Как ты, кажется, делаешь всегда. Спасибо. Где остальные? Ни малейшего понятия. Что ж, нам нужно найти Рэйчел. Вероятно, она вернулась в фонд, чтобы... Нет. Нора, моя дочь где-то там. Нет, Эрик. Но, Фейт, больше никакой прогулки сквозь туман. Это не очередная спасательная миссия и ни одного к черту шага больше. Пока ты мне не расскажешь, что на самом деле случилось с моим братом. Больше никаких секретов, никакой лжи. У каждого есть секреты. Правда, Эрик. Это больше не может быть секретом. Пошел ты! Ты не можешь отпугнуть ужасы разбитым стеклом. Или меня. Голоса уже почти здесь.
Но мы не позволим этому случиться. Я не позволю этому случиться. Что за... Что ты имеешь в виду? Тьма, которая несет в себе эта семья. Ингрид переходит к Карлу, от Евы переходит к Астрид. И маленькому Орсону тоже. Уничтожь распространение, и голоса перестанут охотиться на нас. Я тоже ношу это с собой. Они сделали это с нами. Это их вина. Но сегодня все закончится. Астрид положит этому конец. Нет, пожалуйста. Все в порядке здесь? Я услышал крики. Ты знаешь, нам не нужно ставить преграду между нами, чтобы поговорить о наших проблемах. Ты когда-нибудь чувствовал, что ты способен на что-то действительно ужасное? И ты к тому же не уверен, сможешь ли ты остановить себя самого? Ты не такая, как Ева. Нет. Не совсем. Каждому из нас есть немного тьмы. Вопрос в том, что с этим делать. Некоторые пытаются укротить это с помощью разума, вытаскивая это на свет, как Астрид. Другие принимают это, держа это при себе, в надежде понять это и установить мир. Есть третий вариант. Какой? Убить это. Мама? Я готов выйти прямо сейчас. Прости, ангелок. Но мне нужно, чтобы ты побыл там еще немного. Как ты держишься? Мало-помалу. Как насчет чашки чая? Раньше я готовила чай для своей дочери Асты, когда она чувствовала себя подавленной. У нее были проблемы в школе с другими детьми. Мы найдем способ помочь ему, обещаю. Спасибо тебе, Оливия. Ты это слышишь? Орсон, ангелок! Все нормально? Нет! Мы больше не хотим, чтобы она была здесь! Кто? Он имеет в виду меня. Орсон, Оливия через многое прошла вместе с нами. Она помогла нам и... Ангел, пожалуйста, ты делаешь плохо самому же себе. Скажи ей, пусть проваливает! Кристина, нам нужна твоя помощь. Мы... Что здесь произошло? Я облажалась. Я подвела их всех. Они сделали то, что ты им сказала, Рэйчел. Они покинули фонд, чтобы спастись самим. Я думала, что смогу спасти их. Криста, если бы я могла вернуть ее, смогла бы ты все еще спасти Фейт? Вознесение — это единственная надежда, которая осталась у каждого из нас. Надежда прямо за дверью. Мы просто должны принять это в себя. Верни мне мою дочь! Дай нам свой палец, и мы отведем тебя прямо к ней.